сейчас, кто не подписан на канал Принцессы. Подписались быстро и будет счастье. Ссылка в описании под видео. О, это плохо. Ладно, зарядка и космическая песня должны сделать это. Привет, ты цельный? Ой. Звучит так, как будто ты плохо спал. Дай посмотреть. Ну, держись. Насколько это плохо? По вашим стандартам или других людей? Хорошо. Твое лицо должно быть где-то приземлиться, так что оно должно лежать на земле. О, вот и оно. Должно быть высоко. Как мы доберемся до него? Оставайся на месте, я возьму его. Кстати, хорошая работа. Как бы узнать твою последнюю атаку? На самом деле висит. Скоро ты привыкнешь, это будет полезно. Да, последний большой кусок атаки я видел некоторое время назад. Да? Да. О боже! Звоните 911! Там везде кровь! Не смотри! Джордж! Эй, черт! Я это не убираю! Мне не платят достаточно, чтобы чистить это. Что происходит? Я ничего не вижу в этой штуке. Почему все кричат? Заткнись, Джордж! Хорошо! Хорошая новость в том, что пока никто не появился здесь, не урони своего лица, я в состоянии его вернуть. Бедный Бон застрял каким-то образом. Мне нужна Фокси для этого. Нет, я не так хорош, но я все еще могу исцелять. Напомни мне рассказать тебе о пропавшей руке. Позже. Что? Позже. Стой спокойно. Лучше? Боже, да. Хорошо. Мы должны вернуться назад. Они, вероятно, беспокоятся. Я уверена, что мы сможем обнять его. Лолбит для пчел. Для пчел просто пчела. Ты как Лолбит. Слишком много для этого. Кроме того, она отправила рой после тебя. Через минут 5 вокруг него. Стоит того. Мы вернулись. Мы не мертвые. Говори за себя. Что? Ничего. Должна ли я спросить, как все прошло? Моим лицом получил. Это отстой. Это еще лучше, чем я ожидала. Если мы все здесь, в одном кусте, должны двигаться. Я не знаю, сколько времени нам потребуется, чтобы пройти, но мы должны успеть до наступления темноты. Да, потому что случайные порталы так хорошо срабатывали для меня сегодня. Если мы увидим какие-либо дыни или призраки, я скажу, что мы начинаем бежать. Ничего, никто, я остаюсь. Мы можем поговорить о твоем отсутствии уха. Нет. Ну, это привело нас к краю леса. Вот вы где. Мне было интересно, когда ты догонишь. Я хотел поговорить перед тем, как ты пойдешь дальше. На случай, если ты столкнешься с кем-нибудь, кто был сбит с толку. Я все еще думаю, что это от чего-то на флипсайде. Неправильный побочный эффект. И жесткий. Что напоминает мне, что я должен сделать подсчет, чтобы увидеть, сколько людей прошло на этой неделе. Хорошие новости. Думаю, кажется, работает. Работал на меня? Надеюсь, это больше не повторится? Но у меня есть ощущение, что глюк может быть исправлен путем поиска более субтуннелей в глюкнутых районах. Я бы сказал, что полевое это место, куда ты хочешь пойти дальше. Мне интересно, это Биби во главе? В любом случае, мы должны были проверить его на наличие проблем. Это конечно,
не может помешать посмотреть. Но прежде чем вы пойдете, мне нужно еще раз поговорить со Спринтрапом. Как неожиданно!